Я сегодня увидела, знаете что? Я увидела, что в конце сентября в Даугавпилс приезжает А Европа, а я просто фанат А Европа. Вот это я настоящий фанат, так же как и Шатунова, и Руки Вверх, также А Европа. Кто не знает, это латвийская группа, потому что меня очень много смотрят с разных стран, и естественно, не все знают такую маленькую страну Латвию с 1 миллионом жителей, да, и, естественно, группу А Европа. Но я просто фанат, и я вот уже сейчас определюсь с компанией, кто хочет идти, и посмотрела, там еще есть билеты, и обязательно пойду на концерт А Европа, потому что вот я прям отложу все поездки, но на этот концерт я пойду. Я была, наверное, или в прошлом, или в позапрошлом году, я не помню, они были в Даугавпилсе. Это было вообще невероятно, и причем мы попали только на второй концерт вечером, который был. На первый уже не было билетов, и они сделали дополнительный, потому что в Даугавпилсе было очень много желающих. Ну, а еще сегодня у нас суббота. Сегодня у нас седьмое. Седьмое, да? Седьмое какого месяца? Сентября. И сегодня в городе Даугавпилс проходит праздник уличной еды. Я просто прогуляюсь, посмотрю, но я как бы не люблю есть так вот на улице. Поэтому я на улице покушаю в другом месте. И сегодня премьера спектакля в театре, тоже в 6 вечера, тоже на который я пойду обязательно. Мне уже сказали, что кто был на главной репетиции, что очень классно, потому что, ну, кто близко к театру, они могут быть на главной репетиции, да. И сказали, очень классно, это музыкальный спектакль с каким-то смешным названием. Загнанных лошадей пристреливают. Название просто жесть. Но сказали, это музыкальный веселый спектакль, так что пойдем смотреть сегодня. Ну и вообще замечательная погода. Вот у меня здесь озеро. Воздух прям свежий, чистый. Я поспала сейчас, не знаю, наверное, почти час дня. Я вот проснулась. И, конечно же, куда я собираюсь? Кушать, кушать и еще раз кушать. Но не на праздник уличной еды, а просто в кафе в Даугавпилсе. Ну, а потом, конечно же, прогуляюсь, посмотрю и праздник уличной еды. Так что, ребята, вот такая вот у меня суббота сегодня. Ну. А у вас какая суббота? Чем вы сегодня будете заниматься, ребятушки? Рассказывайте. Ой, я так довольна! Я так довольна то, что у наших двух котиков есть семья. Это самое главное, самое главное. Еще у меня осталось 5 котят. И вот это мне писали актуальная тема, когда кошка приносит уже взрослых котят, которому по месяц, по полтора, да, или приводит, да, и вы ничего с этим не сделаете. То есть вам надо решать. Как решать? Реально искать семью. Да, подавать везде фотографии, видео какие-то, да, в социальных сетях и просто искать семью. Выход только один. Этим выходом я и пользуюсь. Так что отличной всем субботы!